Архипов Абрам Ефимович. Наверное, многие связывают с именем Архипова бьющиеся у полотен различные оттенки красного цвета. Характерная картина для иллюстрации сказанного «Девушка с кувшином» 1927 года. Действительно, это был любимый цвет его палитры, по крайней мере, второго после революционного периода творчества художника. Так же, как изображение жизни народа, большей частью крестьян и их быта было основной темой его картин. Но это вполне естественно для уроженца Рязанской губернии, начавшего самостоятельно рисовать с детства, обучавшегося в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у таких замечательных живописцев России, как Перов и Поленов. Начав самостоятельную творческую жизнь, Архипов, работая на пленэре над жанровыми картинами, становится известным многим россиянам благодаря участию в товариществе передвижных художественных выставок с картинами на Волге 1880 года, по реке Оке и лед пошел 1895 года. Картина «Обратный» как бы завершает цикл его работ, в которых народная жизнь передается через спокойный пейзаж и умиротворенность природы. Иными выглядит картина Архипова, посвященная социальным темам. Его поденщицы на чугунолитейном заводе и особенно прачки, острые, протестующие картины против нелегкого труда бывших крестьянок. И, наконец, праздничные мазки и тона красного цвета картин последнего периода его творчества.